Добрый день, меня зовут Бедловский Антон, я являюсь экспертом по испытаниям региона Юг компании Сингента. И сегодня мы с вами поговорим о том, как же мы создаем инфекционные фоны на наших опытах в наших агроцентрах. Все начинается со сбора инфекционного материала с пораженных органов растений, который затем передается в лабораторию для получения местных изолятов патогена. В лаборатории происходит выделение чистой культуры патогена, который будет размножен в необходимых количествах с помощью микробиологических методов. В зависимости от патогена, гриб может быть размножен в чашках Петри или на твердой среде из зерна злаковых культур путем высева чистой культуры патогена на стерильное зерно. После того, как мы получили необходимое количество материала для заражения, происходит непосредственная подготовка суспензий. Если патоген был размножен на зерне, то вначале определяют его необходимое количество в зависимости от площади заражения. Затем это зерно замачивают в воде на определенное время и по истечении времени делают смыв через сито или марлю. Если патоген был размножен в чашках Петри, то вначале делают смыв колонии гриба и затем точно так же полученный субстрат фильтруют. После смыва происходит корректировка концентрации спор, которая для различных патогенов имеет разное значение. Если концентрация спор низкая, то делается дополнительный смыв. Заключительный этап представляет собой уже непосредственное внесение в поле. Для этого полученную суспензию смешивают с определенным количеством воды, что также зависит от площади заражения, обязательно добавляя прилипатель, исходя из концентрации 1 мл на 1 литр воды. Одним из важных условий успешного заражения является наличие капельной влаги на растениях. Поэтому заражение лучше всего проводить после дождя или в ночное время суток при высокой влажности воздуха. Также хотелось бы отметить, что образцы патогенов собираются с этих же участков, на которые и вносятся, вследствие чего соседние поля не пострадают от заражения из-за адаптивности гриба. Записывайтесь на посещение наших площадок, и вы сможете лично оценить результаты наших опытов.